Новым указом главы Якутии Айсеном Николаевым днем ранее был снят ряд ограничений. Так в республике возобновляют работу бассейны, а также театры и кинотеатры. Любители сценических постановок и кинопремьер будут ждать уже с 19 сентября. Необходимо брать с собой маски. Это одно из обязательных условий для нахождения в зрительном зале и вообще на объекте Дворца культуры «Алмаз». Без маски доступ ни к кассе, ни к кинозалу невозможен. Первый сеанс состоится завтра в 13 часов. Мы покажем анимационный фильм «Тролли». Далее расписание можно будет посмотреть уже на кассе и в социальных сетях.